15 июля, День демократии и национального единства в Турции. Праздник появился после драматических событий, развернувшихся в Турции летом 2016 года. В этот день произошла попытка военного переворота, организованная террористической организацией «Фетхуллах». Однако миллионы турецких граждан выступили против. В столкновении погиб 251 человек. Более 2000 людей были ранены. В консульстве Турции в Актау состоялось памятное мероприятие, посвященное событию. В мероприятии приняли участие общественные активисты региона. Главный имам области прочитал Коран в память о погибших. Этот день мы отмечаем каждый год. Члены террористических организаций наносят урон стабильности и развитию стран. Они действуют, не показывая своего истинного лица, маскируют свои помыслы, часто работают в сфере образования, гуманитарной помощи и торговли. Наша страна продолжает борьбу с террористической организацией международного уровня.